Приветствую вас, великий царь Рамкхамхаенг, предводитель легендарного народа Сиама. О, всеславный царь! Подданные склоняются пред вами в благоговейном ужасе. Вы правитель Сиама, древнего государства в центре Юго-Восточной Азии. Сиам – живописный и загадочный край. Жестокие войны, беспощадный голод и нищета не сломили, но лишь закалили его искренних и талантливых жителей. Царь, ваша земля была частью Кхмерской империи до XIII века, когда ваши предки отложились от кхмеров и создали королевство Сукатай. Военная сила и дипломатия позволили маленькому королевству утвердить власть над Юго-Восточной Азией более чем на 100 лет. О, великий царь! Люди уповают на вашу мудрость и могущество. Встанете ли вы у кормила, чтобы защитить свой народ и победить врагов? En ny udfordrer. Harald Blåtand byder dig velkommen til sit land.
Добро пожаловать в эпоху древнего мира. Император не подчиняется никому.
стране слепых и одноглазый король. Thank you.
Ah, det er dig igen. Ærgerligt, at jeg nok bliver nødt til at slå dig ihjel. Thank you.
Selvfølgelig, min ven.